раз на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман и моего творчества. Сейчас я вам расскажу, что нас ждет в финале проекта «Модель XL». А вы мне напишите в комментариях, за какую модель вы болели и как вам мой новый звук, классно или не очень. А в финале проекта «Модель XL» будет фотосессия в лианах, в кустах, в таких летних вечерних платьях. И Даше достанется неудачное платье, мрачное синее, а Нике достанется яркое красное. Это уже наводит на подозрение. Также у девочек будут такие короны, вот венки короны. Будет финальная проходка, где у Даши будет блеклое платье такого бежевого, немножко золотистого цвета, а у Ники будет розовое, и победит Ника. Не кажется вам, что это странным? Напишите в комментариях, а также, как вам мой звук. А еще, девочки и мальчики, прошу вас помочь мне реализовать мою мечту. Я все это снимаю, потому что хочу стать режиссером, но мне не хватает на курсы, поэтому прошу вас помочь, кто сколько может. Номер карточки внизу, буду вам очень благодарна. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!